Всем привет, друзья, с вами Сургаев Сергей. И сегодня у нас на обзоре продукт, который меня очень сильно удивил. Это уголь Darkside. Вот, собственно, и я держу в своих рученьках тот самый заветный уголек Darkside, который обещает дать стране угля. Что можно сказать? Блин, умеет же все-таки Darkside делать очень крутую упаковку. Они даже в полиэтиленчик упакованы, все так классненько, красивенько сделано. Даже если смотреть на другие производители, ну вот им далеко до этого. У кого-то они слишком пестрые какие-то, разноцветные, у кого-то они просто белые. Тут же все сделано по стилю. По иконе стиля, что сказать, сами смотрите, ну очень четко, просто красиво. Давайте откроем эту пленочку, интересно, как он упакован. Оп-оп. Мне кажется, когда я что-то открываю в своих роликах, я всегда говорю оп-оп-оп, не знаю почему. Так, вот, собственно, пачка, она тут у нас изрядно полетала, помялась маленько. Конечно, уголь, я скажу вам, он и в Африке уголь, весь испачкаешь, пока откроешь. Вот, собственно, упаковка. И тут, наверное, одним пластом лежит весь этот уголь. Да, собственно. Никаких разделений, как было раньше, нет, сразу целиком. Но это на самом деле, мы уже к этому привыкли. 72 штуки, это 25-й уголь. Что написано здесь? Для достижения максимального результата не используйте уголь, пока он не станет красным. Окей, горит в 3 раза дольше других углей. Не искрит при розжиге и при использовании, не имеет запаха и вкуса, не имеет... ну, короче, все типа то, что написано, в принципе, везде. Ага, дальше тут написана какая-то информация, из всего, что здесь написано, самое важное, ну, тут срок годности, хранение, это неинтересно. Произведено в Индонезии производитель ПТ Панда Коко Корхов. Менера Прима Тауэр 2ST19 Тимур Джахарта Плердер. Что же можно сказать? Можно сказать, что этот уголь производит компания Panda. Та самая, которая тоже делает уголь. Интересно. Неужели у Panda тоже будет такой же крутой уголь, как этот? Выясним потом. Ну и, конечно, инструкция по безопасному применению. Не используйте для розжига угля никакого горючего, так как это опасно. И то, что уголь впитывает запах, написано. Храните в недоступном для детей месте. Так, не садитесь с жопой на уголь, как делал какой-то странный парень. Садись, нормально. И еще раз зажигай. Да, отлично. Разжигайте в хорошо проветриваемом помещении. Короче, ничего интересного, кроме жопы и углей. Ладно, давайте покурим и проверим. Что же можно сказать про уголь Darkside? Давайте подытожим. Он не воняет, он не крошится, он не тухнет. И самое главное, он очень сильно жарит. Жар держит огонь. Я всегда курю на 4 углях. На уголь Darkside я ложу 2 в колодку, и мне выше крыши. Офигенно. Даже я скуриваю чашку, а уголь все равно. Можно его, ну, он все равно херачит, ему вообще пофиг, он жарит просто пипец. Молодцы, в этом плане качество угля просто на высшем уровне. 10 из 10 однозначно. Но все не так сладко, цена на уголь Darkside 400 рублей. Если брать для оптовых покупателей, в данный момент цена на уголь 231 рубль от 50 килограмм. Розничная цена, я повторюсь, 400 рублей. Покупать его или нет, решать только вам. Курите правильные кальяны, с вами был Сургаев Сергей. Всех обнял!